Ко мне, как к депутату городского совета, неоднократно обращались жители города, в том числе и моего избирательного округа, по факту нарушения трудового законодательства депутатом городского совета, директором 10-й школы Еленой Жидько. Поскольку я являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам депутатской этики, по данному факту я обратился в правоохранительные органы и в городское управление образования для установления истины по данному факту. Тем более, что аналогичные обращения были и ранее. И мне кажется, сейчас вот необходимо установить истину и дать объективный анализ для того, чтобы люди узнали объективную информацию. По словам заявителя, в период с 14 по 18 октября он неоднократно бывал в школе, но директора школы на рабочем месте не было. Я хотел встретиться с Жидько. Ходил, встречался, но ее так и не увидел. Вот. Ну а потом люди сказали, да ее в городе нет, она уехала с города. Я поинтересовался, а как насчет зарплаты? Отпуск у нее или как? Ничего, говорят, там все схвачено, упряжки стоят, деньги платятся. Вот так обстояло дело. Милицию, то у меня есть уведомление, что я подал заявление. А что там дальше? Вроде до меня такой слух дошел, что это самое, что это дело отправили в Днепропетровск, чтобы его, так сказать, на тормозах задержать. Нам стало интересно, как отреагировало на нарушение управление образованием, и мы обратились к ним за комментариями. Здравствуйте. А вы не подскажете, где начальник отдела образования или зам? Зам по закладах освіти. А что вы меня снимаете? Да, мы журналисты. Начальник на лікарняному. А вы можете сказать, начальник с какого даты на лікарняному? Ну, вы знаете, я не секретарь, я замгосп. Секретарь в данный момент находится на похоронах, и я тимчасово виконую ее обов'язки. Ну, вы же все равно здесь работаете, вы же знаете, с какого числа? То есть месяц назад, неделю? Не, ну я же не могу так конкретно вам сказать, да, потому что это питание на моей компетенции, я не контролирую. Ну, 3 дня или... Не, меньше. Больше где-то с недельку, да? Да. А с кем нам нужно будет поговорить? У нас есть несколько вопросов. Кто здесь старший сейчас? Ну, заступник выехала по закладах освіти. А с кем? Вот у нас есть депутатское звернення, значит, по поводу, значит, системных нарушений экономического плана даже. Коррупции, то есть Жидько Олена Александровна, то есть директор... Анатолиевна. Это директор 10-й школы, да, по-моему? Вот, значит, есть депутатские звернення, есть обращение, значит, в прокуратуру, в милицию, вот, и, как бы, по нашему мнению, что отдел образования должен отреагировать в первую очередь. Ну, вы знаете, это я не компетентна на цих питання, то я начальник, то я заступник, на данный момент никого их немає. Далее мы отправились непосредственно в саму школу, чтобы взять интервью у директора. А мы бы хотели с директором. Ну, когда она будет? Не знаю, позвонили, телефонограмма, вызвали в исполком.